Obama described the design of planned attacks on buildings inside the U.S. and how operatives were directed to carry them out. That is valuable information for those of us who have the responsibility to protect the American people. He told us the operatives had been instructed to ensure that the explosives went off at a point that was high enough to prevent people trapped above from escaping. Вот известный снимок, фрагмент обшивки кабины упавшего Боинга. Изображенный фрагмент наложен на целый Боинг, и именно от этого наложения Союз инженеров и отталкивался в своих выводах. Мы нашли автора этой работы в Мюнхене. Прилетели туда и поговорили. Петер Хайзенко, немецкий летчик, командир воздушного судна, с 30-летним стажем работы в Люфтганзе. Пилотировал большие самолеты. Я нашел эти фото в пятницу, примерно в 6 утра после того, как самолет был сбит, и эта фотография меня просто заворожила. Это счастливая случайность, что нашел ее в таком разрешении в интернете. Я сейчас сделаю во весь экран, тогда можно будет рассмотреть все.
Фотофрагменты обшивки, по которому видно, что он с кабины пилотов со стороны командира. И на фото видно, что целили именно в пилотов. Там большое отверстие от попадания прямо в область живота пилота. Это если себе представить. А я ведь провел 16 тысяч часов в таких кабинах. Если представить себе, что кто-то стреляет тебе прямо в живот, о да, возникает неприятное ощущение. Что здесь сразу бросается в глаза, так это пробоина, предположительно, от 30-миллиметровой пушки. А теперь интересное. Здесь тоже, вероятно, пробоина, но от другого снаряда, потому что он выгнал внешнюю обшивку. А здесь однозначно пробоина от обстрела с другой стороны. Это значит, что эту кабину обстреляли с двух сторон. Видны и другие выходные отверстия, например, здесь, где изнутри кабины, очевидно, вылетали осколки. Дальше у нас заклепки. Мы сейчас на левой стороне. Здесь видны заклепки, где внешняя сторона обшивки загнута наружу. Уже приводился аргумент, что их загнуло воздухом. Это невозможно. Авиационный алюминий не может быть так деформирован воздухом. Нужна деталь площадью в многие квадратные метры, чтобы воздух ее так смог деформировать. А здесь не тот случай. Здесь детали задраны вверх, и можно однозначно сказать, что здесь вышли части, какие бы части это ни были, очевидно, снарядов, которые выходили изнутри наружу. И на этих фото можно сразу же увидеть, что произошла атака ракеты «воздух-воздух». Катастрофа. Я исхожу из того, что или пилот, который выпустил эту ракету, или даже командный пункт запаниковали, решили, этот самолет не должен нигде приземлиться. И это не было предусмотрено, ведь его уже атаковали. И они подумали, что нам делать, окей, и предприняли прямой обстрел. Там даже не обязательно были два самолета, потому что такой самолет, даже получив попадание в район кабины пилотов, и даже если командир и второй пилот мертвы, не рухнет сразу, как камень. Он будет планировать дальше в соответствии с последними настройками. Но он при этом представляет собой очень легкую цель. Вполне возможно, это был один самолет с одним летчиком, который сделал второй заход с другой стороны. И после этой второй атаки самолет развалился и упал. А вот как выглядит атака Боинга, если рассматривать версию со штурмовиком. Украинский Су-25 вышел на Боинг 777. Пилоты Боинга даже не поняли, что произошло. Поскольку все события происходили на огромных скоростях, вся атака заняла секунды. Сушка приблизилась на расстояние 600-800 метров и открыла огонь из 30-миллиметровой пушки по кабине и крыльям самолета. Мгновенная разгерметизация салона убила всех находящихся на борту в секунду. На этом жизнь лайнера закончилась. Он начал падать и в 3000 метрах от земли стал рассыпаться на части. Этот акт трагедии и видели очевидцы. Вышел из облаков. Так, вышел из облаков, что дали? Он был с хвостом, без хвоста? Он был с хвостом. Он был еще с хвостом. Но без кабины, без летчика. Ах, вот оно что. Он без летчика. Он уже был без летчика. То есть он летел как самолет, либо уже кувыркался? Он вышел, так. Потом, когда крыло у него отпало, он пошел... А, столько новых деталей, даже никто не говорил. А как было дело? Вышел без кабины, катается. Крыло отпало, его потянуло в ту сторону, и он упал туда, и взорвался именно там. А, он, значит, вышел без кабины. Он дымил, нет? Ну как, он не дымел. С него выскакивали сзади все эти самые, ну, сиденья, ну, люди падали просто-напросто. А до того, как он вышел из облаков, был хлопок. Какой-то? Был хлопок. Хлопок? Да, был хлопок и все. То есть не похоже на взрыв, хлопок? Нет, хлопок. Вот именно хлопок, и как раз было ж как затянутое небо. И он... Вот на ручке управления самолетом находится с правой стороны гашетка для управления пушки. То есть гашетка для стрельбы из пушки. Мы решили провести эксперимент. Су-25 поднялся с аэродрома в Липецке и отправился на полигон. Его целью были самолеты-мишени. Вы видите результаты удара, авиационного удара с самолета Су-25 30-миллиметровой пушкой. Угу. Вот отверстие попадания, вот попадание, вот попадание. Угу. Вот попадание. На киле 3 попадания. Также разрушено остекление кабины. Угу. Это так называемые входные отверстия. Соответственно, угу. Если мы обойдем самолет, то там посмотрим то, что осталось
при выходе снаряда. Вот видите выходное отверстие. Вот выходное отверстие. Вот. 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 Угу. Вот здесь разрушено. Скажите, а вот эти мелкие, которые мы видим, это результаты осколков. После обстрела мы внимательно осмотрели отверстия, оставленные 30-миллиметровой авиационной пушкой в фюзеляже этих самолетов. Вот входное. А вот выходное отверстие. А вот то, что мы увидели на фюзеляже Боинга. Но есть и другие версии. Например, немецкое правительство обнародовало информацию о том, что 17 июля натовские самолеты-разведчики, находившиеся в небе над Польшей и Румынией, зафиксировали активность системы ПВО, опознанная как зенитно-ракетный комплекс SA-3. По классификации НАТО SA-3 – это не БУК, а комплекс С-125 или Нева в более новых модификациях Печора. Спутать его с БУКом трудно. С-125 на вооружении российской армии не стоит. Его заменили на С-300. Но украинская армия этот старый комплекс С-125 еще использует. В Союзе инженеров тоже рассматривали версию поражения Боинга ракетой класса «Земля-воздух». Однако она вызывает у них много вопросов. Пуск ЗРК «БУК» сопровождается вот таким вот длинным инверсионным следом. Скорость ветра примерно 4 метра в секунду, то есть спокойная обстановка. Штиль, почти. Да, почти штиль. Значит, ЗРК «БУК» имеет вот такой вот длинный инверсионный след, который от самой земли до момента встречи с целью проистекает. То есть, если он бы стрелял вертикально, это 10 тысяч километров. 10 тысяч метров. 10 тысяч метров, да, именно на этой дистанции находился самолет. Но поскольку он стреляет, как правило, по гипотенузе, то это примерно около 15 километров. Вот такой инверсионный след огромный, который в воздухе, отмечу, при такой метеообстановке будет находиться до 10 минут. Вот. Представьте, чтобы такой инверсионный след не был замечен никем. Обратите внимание на характерный рисунок, который должен был висеть в воздухе от встречи ЗРК «БУК» с поражаемым объектом. Около 5 минут такой след висит в небе, ну, уже на пятую минуту уже остатки, но этого достаточно для того, чтобы его увидеть и сфотографировать. Версия о том, что к крушению Боинга имеет отношение украинский штурмовик, придерживаются и многие малазийские эксперты. Мы встретились с журналистом из газеты New Straits Times, и его источник – сотрудник Министерства обороны Малайзии. Изначально в отчетах говорилось о том, что самолет был сбит БУКом с земли. Но увидев фотографии с места происшествия, военные эксперты стали прорабатывать альтернативные версии. Начали говорить о том, что самолет был сбит ракетой класса «воздух-воздух». Фрагменты, найденные на земле, — это крупные обломки. Это опровергает версию о том, что самолет был сбит БУКом. Потому что если бы самолет был сбит ракетой «земля-воздух» БУКом, то обломки были бы гораздо меньше. Именно поэтому и возникла версия о том, что это была именно ракета «воздух-воздух». По мере того, как самолет падал, в него еще выстрелили дополнительно из авиационной пушки. На упавших фрагментах Боинга есть отверстия, которые соответствуют ракете «воздух-воздух», и отверстия, которые характерны для выстрела из авиационной пушки. В нашем фильме представлена лишь одна из возможных версий катастрофы. А пока никто из западных специалистов не спешит к обломкам Боинга, валяющимся на полях Юго-Востока. Никто не собирает их, не просеивает землю, не опрашивает свидетелей. Ничего этого не сделано. Свое расследование о причинах катастрофы мы намерены продолжить и представить вам другие версии случившегося.